тому мэру, который идет на выборы, выгодно плюс 200 человек и соответствующие их семьи, которые за счет бюджета, это уже добавленные голоса. Так вот, я хочу, может быть, решать эту логику, сделать наоборот. Мне не стыдно будет выйти из этого здания и сказать, что мы переформатировали структуру. Я с удовольствием отдам ключи от этого здания изданному мэру, и пусть он попробует потом найти 400 или 500 человек, увеличить свой штат в дальнейшем. Я не боюсь идти на изменения. 400, 500, 600 вы должны будете в команде аргументировать. И мы с этой, это не дает мне, если вдруг я иду плюсы голоса, я играю против себя, если вдруг я иду, и будет предположение о том, что я могу пойти на выборы. Поэтому мы с вами рассматриваем выборы, не выборы, они будут в этом году, в следующем году. У нас выборы каждый год, пусть они идут. Давайте подумаем о том, что плюс карму. Надо сокращать затраты, но давать достойную заработную плату, надо людей подбирать эффективно, ставить им показатели оценки работы. И соответственно выполнение бюджета у нас тогда будет 99%. Вот это наше показатель. Нет эффективной структуры, нет эффективной оценки этих людей, мы никогда не получим с вами выполнение бюджета большого или маленького.